Всем добрый день, друзья. Этот коротенький ролик, дневной обзор мы с вами проведем в Сочи, в мой порту. Смотрите, какая красота, замечательный день, температура воздуха плюс 36 градусов, жара. Цикады цикадят в Сочи также, не хуже, чем в Лазаревской, я вам так скажу. Обстановочка отличная. Всех приглашают в море прокатиться. Но я не могу. Мне бы же сейчас куда-нибудь в холодную водичку окунуться с головой, да и все. Камера перегрелась. Соответственно, ролики-то я вам поснимал уж, поверьте. Переходим на противоположную сторону. Стараюсь плыть. Кафе «Фрау Марта». Петр Первый. И фонтан, манящий такой фонтан, который хочется окунуться с головой, ребятки. Но нельзя. Всем привет из Сочи. В общем, так скажу, согласно цифровому табло, температура воздуха максимум плюс 36, температура воды плюс 27. Вот все, что я видел в Сочи. Ждите новые ролики из Сочи. Правда, не знаю, когда они выйдут, честное слово. Всем пока, до новых встреч в эфире. Привет из самого центра Сочи.